о мужском чувстве юмора, о мужской фантазии. Записано со слов пострадавшей супруги. Как-то отправляя мужа в магазин, говорит она, я, помимо прочего, сказала, купи 2 бутылки пива, тебе и мне. Он приносит 4. Я же просила 2. Ты просила 2 тебе, 2 мне. Ладно. Через какое-то время говорю, купи 2 бутылки пива. 1 тебе, 1 мне. Повторяю, 1 тебе, 1 мне. Он приносит 4. Я же просила 2. Правильно. А потом просила повторить. Чувствуется знакомая ситуация. Я думаю, супруги этого замечательного юмориста дома с ним тоже не скучно. Так же, как не скучно зрителям на его концертах. Ваши аплодисменты. Олег Акулич. Здрасте. Добрый вечер. Жена встречает мужа с работы. Такая жена такая. Красавица такая. Кровь с молоком такая. Milky Way такая. Приходит муж с работы, такой шипздик. И она... Генерал такой. Так? Где ты был? Завтра проверю. Сюда не наступай, здесь чисто. Сними туфли. Туда не ходи, там грязно, надень тапочки. Покажи карманы. Где зарплата? Зачем пришел? Без денег можно было вообще не приходить. Конечно, конечно. Без денег тебя ни в одну гостиницу не пустят. Кому ты нужен, кроме жены? Ирт, сядь. Куда ты сел, не видишь, что ли? Встань! Что ты стоишь, тополь? Ты можешь слово сказать? Брось газету. Подними, а не уборщица. Отойди, телевизор только что остыл. Не трогай кошку, она тебе не мешает. Не наступай на ковер, не порть рисунок. Что ты опять молчишь? Поговори с женой, с родной. Найди себе место, что ты мне маячишь перед глазами туда-сюда. Найди место! Место! Нет, не здесь. Нет, не тут. Нет, не там. Куда на балкон? Понял? 3-й этаж, упадешь, стой! Упал. Слава богу. Живой. Беда с этими мужиками. Разлегся там. Разлегся. Ну хватит там. Разлегся он. Коль внизу оказался, сбегай в аптеку. Купи что-нибудь успокоительного. Для меня. Не забудь ноги вытереть, шевели. Отец с сыном задачку решает. Сейчас решает, ничего. Второй, во. В конце концов, вынимает ремень. У тебя было 2 яблока. 2. 1 яблоко я отобрал и выбросил. Сколько яблок у тебя осталось? Ребенок... У тебя было 2 яблока. 1 я отобрал и порезал на куски. У тебя было 2 яблока. 1 я отобрал и растоптал ногами. Вот так. Папа, не бей! Я не бью тебя. У тебя было 2 яблока. 2. 1 у тебя отобрал и сожрал. Гриша, не трогай ребенка, кричит жена. Это не ребенок, это идиот. Яблоко, 2 яблока. 1 яблоко ты сам сожрал, сам. И не подавился. Сколько яблок, идиот, у тебя осталось, болван. Сколько яблок. Так, у тебя никогда не будет дня рождения, никогда. Никого тебе телевизора. Никаких тебе роликов, шмоликов, ничего. У тебя было 2 яблока. Зина! У нас есть яблоки? Что у нас есть? Морковка? Да, морковки. У тебя было 2 морковки. 2. 1 морковку я отобрал и сожрал. Гриша, не надо! Она не мытая! Ничего. Пусть он видит, как я с грязью сожрал морковку. Сколько грязных морковок.
осталось в твоих грязных руках. Сколько морковок осталось? Одна! Правильно! Ура! Спасибо, Господи! Спасибо тебе, Господи! Переходим к яблокам. Гриша, молчать! Молчать! Весь дом молчит, никто не подсказывает! У него с морковкой получилось правильно! Значит, есть надежда! Я воспитываю у него абстрактное мышление, у тебя было два яблока. Молчать! Или он не будет идиотом, или не вырастет вообще! Это два яблока! Одно яблоко ты сам мне дал, сам. Сколько осталось? Одно! Правильно! У меня одно! Правильно! Давай съедим? Давай! Но яблок нету. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление. Ты понял? Да!